Всем привет, друзья, с вами Дэнни. И сегодня я хочу попробовать себя в игре Fortnite. Игра на выживание. Честно, даже не играл в игры такого типа. Но думаю, тут все интуитивно понятно. Игра находится в раннем доступе. Из того, что тут есть, в принципе, ничего не работает. Все coming soon. Поэтому давайте просто нажмем играть и посмотрим, что выйдет. Ага, королевская битва. Десантируйтесь и вооружайтесь. Выберите точку высадки. Блин, я нифига не успел. Ух ты. Почему я играю бабой? Мне это не нравится. Я хочу мужиком играть. Почему я не выбрал скин? Автобус? Давай разбьем автобус. Так, а что делать? Можно тебя убить? Это типа разминки? Так, что нам делать? Оп, подвисает. Пока ничего не понятно, но прикольная графика. Мне нравится. Это у нас что? Батлбус. Соревновательный автобус. Интересно. Где здесь оружие? Что это? Один, два. Ух ты, тут можно строить. Что ты хочешь от меня? Воу. Прикольно. Ого, это остров, на который мы высаживаемся. Прикольный транспорт. Оригинально. Ну и что делать? Нажмите пробел. Воу. Ооо, сколько нас полетели. Куда? Непонятно. Что делать? Не знаю, наверное, надо в сторону немного. А то как-то все высадились в одно место. Там же ушатают все сразу. Ух ты, а туда можно? Нет. Блин, а чё так рано? Я хотел еще полетать. Туда уже кто-то летит. Давай сюда. Мне кажется, в этом домике что-то есть. Давай, подруга, держись. Аккуратно. Блин, управление такое легкое, прикольное. Так, кто у нас что? Е, подобрать. Что это? Какое-то зелье? А, это броня. Нифига себе, прикольно. Так. И что же мне делать? Есть тут меню? Это инвентарь. Стройка. Это не то. О, карта. Ну и? Куда мне идти? Просто выживать? Блин, это неинтересно. Давайте экшен. Мне кажется, надо найти какое-то оружие. Слишком просто будет, если я буду бегать только с киркой. Вообще, зачем она? Тык. X5 древесина. Ага. Можно собирать ресурсы. А, и на ресурсы можно строить. Ого. Разный материал. Ладно, разберемся по ходу. Что за грузовик? За мной никто не следит. Блин, прикольно пока. Графика мне нравится. О, еще и грузовик разбить можно. Класс, давай его расфигачим. Так. Опа. Вражина. Подожди. Блин, у него есть оружие. Капец. И это все? Блин. Так, можно посмотреть, как она выживает. А кто по тебе стрелял? И вообще, что делать дальше? Какой-то отчет идет. 59 это, видимо, оставшиеся игроки. 0 это, видимо, сколько я убил. А я нубера, да? Я нифига не убил. Ладно, давай еще одну. Так. А вот и первая пушка. Ништяк. Пока я на полигоне, могу попробовать. Быстро свалится. Так, разброс есть. Разница есть. Если стрелять от бедра и с прицела.
Ну-ка, проверим сенс. Попадаю. Ништяк. Ладно, будем разбираться дальше. Воу, прикольную штуку нашел. Зачем это все здесь? Непонятно. Ну что, поехали. В этот раз я буду более продуманным. Я хочу высадиться где-нибудь в сторонке от всех. Где-нибудь поближе к крупному объекту, например, вот сюда. Не знаю, что это. Так, лес и вот такая вот штука. Вон она, вижу. Так, интересно, отсюда я долечу? Блин, а может стоит высадиться подальше? Он ведь весь путь пролетит. Так, а вот тут у нас что? Да, я думаю, до сюда долечу. Там у нас болото получается и какая-то база. И да, наконец-то мне дали поиграть мужиком. Класс. Хотя это вторая игра. Ну, я думаю, ну бить уже буду меньше. Ну что, полетели? Долетишь? Не сигналь там. Блин, прикольно придумали. Так, что это у нас вообще? Какая-то база? Непонятно. Ладно, походу разберемся. Давай, надо быстрее занять место. Там баскетбольная площадка. Блин, да это тюрьма. Здесь по-любому есть оружие. Во, уже идет. Уже летит таракан. Блин, там уже кто-то бегает. Давай сюда. Так. Блин. Промахнулся. Собака. Все, валим. Валим бегом. Быстрее, нужна пушка. А, тут тупик. Собака. Давай, дружище, беги. Супер. Надеюсь, у тебя нет оружия. Собака. Капец. Блин, как они быстро меня убивают. Ладно, в этот раз я просто высажусь в самую дальнюю точку. Ну что, ребята, словили закат? Видимо, дело к ночи. Надеюсь, меня не найдут. Блин, куда можно приземлиться так, чтобы меня никто не нашел? Сюда я точно не хочу, тут по-любому сейчас все высадятся. Тут тоже наверняка кто-нибудь высадится. О, что это за остров? Блин, нет, я туда не хочу, меня там зажмут точно. Куда же можно высадиться? Давай так осмотрюсь. О-о-о, десантура. Полетели. Не, по-любому, я к вам не хочу, вас там очень много. Давай просто куда-нибудь в самый-самый край. Найдем какую-нибудь оружку. И хотя бы кого-нибудь убьем уже. Или хотя бы выживем какое-то время. Итак. Так, там ферма. Вот, я хочу вон туда. Надеюсь, туда никто не полетит. Кроме меня. Можно осмотреться? Блин, туда кто-то уже летит. Скотина. Он по-любому туда же летит. Ты где, вон туда? Долетишь? Давай, давай, давай. Держи. Нет? Не долетаешь? Капец. Не, все-таки долетаю. Давай. Ты должен успеть туда. Должна. О, сколько вас туда? Вон, туда, в лес. В лесу меня никто не найдет. Отлично. Все. Быстро, быстро, быстро. Давай чекать это место. О, там что-то есть. Хватай. Отлично. Двойка. Так. Национальный парк. Ух ты, как тут прикольно. Так, а что мне еще нужно? У меня есть оружие. Теперь можно идти кого-нибудь искать. Кого-нибудь убивать. Так, для начала осмотрим это место. О. Это что? Просвет в буре уменьшится через 3 минуты. Так, открыть. О, дробовик. Так, смотрю, предметы разные. Есть синие, есть белые. Белые обычные, видимо, синие. Ну, в принципе, как в любой моей игре. Видимо, еще ведут какие-то изменения в этой игре в будущем. Так, что это значит про бурю? Какая-то палочка появилась на карте. Это что значит?
Мне туда надо двигать. Ладно, просто пойду в ту сторону. Пока не знаю зачем, но пойду. Будем действовать аккуратно. Давай, включай максимум скрытности. Максимум тактики. Никто не шевелится. Надо здесь осмотреться по-быстрому. О, тихо. Патроны. Сюда по-любому кто-нибудь прилетел. Так, пока никого. Блин, слишком тихо. Там, наверное, кто-то был, раз дверь открыта. И здесь дверь открыта. Ладно, быстро осмотрюсь. Аккуратно. Почему тогда здесь никто ничего не поднимал? Ну и спасибо. Так, это у нас мост. Аккуратно. Блин, мне кажется, я слишком далеко залетел. Вообще никого нет. Так, это что? Еще один дробовик. Ну давай, пусть будет. Не знаю зачем. Так, кто-то есть, да? Да, там кто-то есть. Блин, как жутко. Я просто не знаю, чего ожидать. И еще не стрелял толком в этой игре. Блин, не буду лезть. Просто побегу. Пока у меня есть винтовка синяя. Синяя это крутая, видимо. Не знаю, что она дает. А, у меня же есть инвентарь. Так, сейчас быстро куда-нибудь спрячусь. Аккуратно. Меня отсюда так отлично видно. Все, я в кусте. Так, инвентарь. Урон. Урон в секунду. Так, ну это неплохо. Автоматическая винтовка. 35. Что затикало? Просвет бурю уменьшается 2-3 минуты у меня есть. На что? Так. Пока буду просто следовать плану. Идти в ту сторону. Нифига себе, нас осталось всего 33, если смотреть. О, прикольный. Если смотреть под карту, но у нас 33 осталось. Слева постоянно появляются сообщения, что кто-то кого-то убил. Так, наверное, я слишком палюсь. На открытом пространстве бегаю. Блин, а разбиться можно? Только аккуратно, отлично. Здесь уже кто-то, наверное, побывал. Так, никто не двигается. Наверное, нет. Наверное, никого не осталось. Так, это у нас что? Полуавтоматическая винтовка. Давай возьмем за место дробовика. Так, перепрыгнешь? Давай. Хоп. Блин. Опа. Что за сундук? Автомат. Ладно. А это что? Тоже открыто уже. Так, а как строить? Может быть, я смогу... О, отлично. Мне, походу, ресурсов нету. Да я просто думаю, ушибется, если упадет. Нет, не ушиблась. Опа. Ух ты, там что-то фиолетовое. Давай, давай, давай. О, отлично, это же снайперская винтовка. За место пистолета. Супер. Вот это круто. Теперь я могу видеть далеко и стрелять. Далеко. Так, опа. Это чё? О, она приближается. Валим. Так вот, что эта стрелочка значит. Блин. Здесь все сужается. Блин, я успею, нет? Давай, 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 беги. Капец. Блин. Да я не успею. Я только взял снайперку. Блин, мне дали, даже не дали пострелять. Все. Капец. Блин, да я не могу бежать, я не успеваю.
А, вот еду в VR, а. Вообще ничего не знаю про эту игру. А чё я так долго бегу? Ты когда помрёшь? Ну и хорошо. Может быть, даже успею. А, здоровье кончается. Отлично, у меня еще есть шанс. Давай, 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 давай. Еще раз. Разбиться не мешало. Блин, класс. Блин, подруга. О-о-о-о-о. У меня очень мало времени. Мне, походу, не от выживших надо спасаться, а от этой хрени непонятной. Блин, я потерял почти половину хп. Кто? Давай быстрее. Собака. Он меня увидел. Снайперка. Давай. Это мой последний шанс. Отлично! Я крут. Надо прятаться. Мне совсем не осталось здоровья. Собака. Блин. Если бы меня не застали врасплох с этой бурей, я бы мог поубивать вас всех. Блин, очень интересная игра. Надо попробовать еще раз. Ну что, теперь я отлично знаю игру, отлично знаю, что здесь может произойти. Я матерый игрок. Я думаю, выживу намного дольше, чем первые три раза. Что ж, теперь надо выбрать место посадки. Надо поближе к центру, наверное. Нет, не буду этой глупостью заниматься, просто полечу куда-нибудь, куда не полетят никто. Так, да куда отсюда можно долететь? Направо я не хочу. На ферму тоже не хочу. Так, мне надо прятаться от бури, успевать передвигаться по карте. И все-таки у меня было первое убийство. Не такой уж я и нуб. Так, до туда по-любому кто-нибудь полетит. А полетели куда-нибудь влево. Походу разберемся. Так. Ферма нет. Ферму не хочу. Вон туда в уголок хочу. По-любому у меня будет время осмотреться, что-нибудь залутать и спокойно бегать по карте от всех. 96 игроков. Но уже началось мочилово. Поэтому я не хотел куда-то десантироваться ко всем. Блин, может туда, к домику? Нет, давай сюда. Вот собаки, а. Сразу же летят туда, куда и я. Нет, вас слишком много. Валим отсюда. Вас целых двое. А я еще нуб. Давай на ферму бежим. Успеешь? Все, собрались. Блин, это была ошибка. Зря я десантировался так далеко. Я же не успею ничего залутать. Так, где буря? Отлично, я в центре. Почти. Блин, тут, наверное, уже кто-нибудь есть. Да по-любому кто-нибудь есть. Вон сарай. Блин, по карте нифига не видно. Где здесь ближайший домик, в котором есть хотя бы маломальский пистолетик? Не хочу туда бежать, там по-любому кто-нибудь с дробовиком меня встретит. О, тихо, не лагай. Так, а тут ничего нет? Аккуратно в лесок. Нет, ничего. Ладно, это мой единственный шанс. Другого шанса не будет. Ладно, даже осматриваться не буду. Что там шумит? О, хотя бы что-то. Отлично. Где? О, прикол. Тихо. Попробуем построить. Блин, не хватает. Давай быстренько. Что-нибудь собери. Ну-ка, а сейчас хватит? Отлично. Там просто... О, нифига себе, сундук. Надо за собой разбить. Блин, как долго. А теперь лутаем. О, зеленая. Ништяк. Ништяк. Все. Теперь можно осмотреться. Классно. Еще и патроны. Супер. Это что, бинты? Даже не знаю. Убегать отсюда или нет? Тут по-любому кто-то есть.
Но я не вижу отсюда никого. Блин, половина уже погибла. Офигеть, как они быстро погибают. Так, мне надо какое-то безопасное место. Вот сюда, например. Я никого не слышу. Ладно, попробую рвануть. Давай. Отлично, по-моему, даже никто не заметил меня. Все, валим отсюда. Из таких мест надо валить, мне кажется. Слишком легко меня убить там. Прижать вдвоем, втроем. Вот туда я хотел попасть. Там по-любому что-то полезное есть. Так, а там таймер бури, видимо. 30 секунд и буря начнется. У меня есть шансы выжить. В принципе. Если действовать осторожно. Так, ну никого пока не вижу. Хоть и нахожусь в центре в самом. О, опять этот шум. Гренка. О, сундук. Отлично. Еще и дробовик. Класс. О, это же этот, как его, щит. Щит и пистолет-пулемет. Давай сначала выпей. Забавно, они щит принимают. Пьют его. Так, а можно раскидать оружие? И, допустим, дробовик сюда удобнее будет. Нет? А здесь? Ага, вот. Ну, бинт туда пускай. Не, зеленая поближе. Все. Лишь бы теперь не прижали меня. Ух ты, закат. Какой красивый. Так, ребята, ну что, давайте нападайте на меня по одному. Полуавтоматический дробовик. Мне кажется, он даже мощнее будет, чем этот. Ну да, выглядит посолидней. Блин, все-таки жалко, что мне винтовку убрали. Забрали. Снайперскую. Опа. Блин. Собака. 16 патронов осталось. Мне кажется, не стоит. Или добить его? У него по-любому какой-то лут есть. Так, мои действия. Он побежал. Ладно, хрен с ним. Блин, хоть какой-то экшен начался. Кайф. Ладно, буду охотником. Побежали за ним. А что еще делать? Никого больше не осталось. У нас 29 человек осталось. У меня все шансы сорвать с него куш. Может быть, у него какое-нибудь раритетное золотое оружие. Не знаю. Так, там никого. Показалось, что кто-то есть. Блин, интересно, он сюда побежит? Да. Грены нету. Капец, я забыл про нее. Нет. Я не буду навязывать бой. Даже если он ранен. Не хочу, я пока нуб. Во, отлично, я могу обойти аккуратно. Вот сюда. И встретить его сверху. Тактика? Тактика, отлично. Тактика всегда работает. Вот он. Блин, какое здесь упреждение сложное. Опа! Собака! Я 27-й. Хеннесси подобрался. Козел, это, наверное, один из тех, кого я не догнал. Блин, интересная игруха вообще. Увлекательная. Еще бы докрутили. Но она пока в раннем доступе, пока еще очень запутанная. Еще можно посмотреть, да, за ним. Прикольно. Хоть посмотреть, как они играют. Тоже не умеет стрелять. Аккуратно, не разбейся.
Игруха в раннем доступе, пока непонятно, что будет с ней дальше. Будет она платная или нет? Пока она бесплатная, пока в нее все могут поиграть. Пару вечеров точно... О! Красава. Пару вечеров в нее точно можно убить. Офигенно. Интересно. Еще интересно поиграть с пати, пока непонятно, как оно будет. Там есть режим выбора друзей, а есть режим выбора свободной пати. Вот я боюсь, что в свободной пати начнут тупить очень дико. Ну, посмотрим. Блин, интересно, этот круг потом сведется просто в маленькую точку. Ладно, ребята, на этом, думаю, все. Игруха действительно прикольная. Думаю, еще запишу по ней какое-нибудь видео. Ну и всем пока.